скверная погода, пробки, но все-таки на душе как-то чертовски радостно. А все потому, что начинается новый сезон. И мы едем сейчас на футбол, на матч за Суперкубок Беларуси, Динамо Брест против Шахтера. Очень много было новостей, слухов, разговоров на протяжении последних месяцев. Не всегда положительных, конечно. Но от этого все устали, я думаю, и болельщики, и команда. И сейчас, наконец-то, произойдет то, ради чего, собственно, все и затевается. Всегда произойдет официальный матч, игра и борьба за трофей. Так что едем на Маяковского, на стадион ФК «Минск». Рассказываем и показываем все, что окружает этот поединок. Полчаса до матча. Как настроение? Какие ожидания от поединка? Ну, только боевое настроение. Должны победить. Посмотрите, сколько наших уже болельщиков приехало. 500 точно. Ага. Может, даже больше, мне кажется. Я ставлю где-то район 800. Поэтому я думаю, что атмосфера будет сегодня домашняя. И пацаны отблагодарят в полную меру всех болельщиков, которые приехали нас поддержать в Бресте. Ну, никаких неприятных неожиданностей, я так понимаю, не произошло. То есть тот состав, который планировали, играем так, как все было да, вчера. Да, слава богу, что повреждений практически ни у кого нету. Боевой состав, пацаны все сыгранные, опытные. Я думаю, что никого настраивать, там что-то рассказывать, показывать особо не надо было. Да, конечно, там показали некоторые нюансы по игре Шахтера, но в целом, я думаю, что, имея такой опыт за плечами, проблем не будет. Давай, все приготовления закончились. 3-2. Несколько минут до начала матча, впереди самое главное. Для нас. Окей. Хорошо. Его величество футбол.